Всем привет! С вами Рита и Мирон. И сегодня мы с вами будем играть в лошадиную ферму. Вот здесь у нас все лошади стоят. А, Мирон, видишь, я эту лошадь не могу увидеть, потому что это чужая. Вот, ребята, вот моя лошадь. А, я могу закрыть. Да, вот, закрыть. И... А, я могу менять лошадь. А, я могу ее ставить, не ставить. Ее теперь нет. Давайте сейчас пойдем в другое место и посмотрим. Я ее, например, вот сюда. Вот. А, нет, только работает, наверное, вот здесь, вот, Дарья. Так. Это я не знаю, что. Открываем дверку. Open door. И я, короче, сажусь на нее. И мы есть. И как ехать? Фу, нельзя ехать. Только так. Почему другие ездят? Ну, очень странно, ребята, вот вообще. Я не могу никак с ней выйти. Вот не выходишь. Вообще очень странно. Ну, ё-моё, вставай. Слушайте, ребята, я не могу на этой лошади, она вообще никуда не идет. Я поворачиваюсь на тот. Давайте закроем, чтобы она не выбежала так. Нет, она это не надо. Закрываем, до свидания. А, вау, здесь можно мыть своих лошадей. Это... А, капуста. Вау, просто супер. Давайте пойдем в другое. А, здесь можно брать шлемы. Вот, здесь все одено. Вау. Одеваемся. Вот так, смотрите, как я оделась. И шлем. Так, нет, не работает. Да. Где мои волосы? Скажи, куда мои волосы? А, вот, наверное, надо брать. А, либо... Не знаю, давайте возьмем. Так, что нам здесь? Давайте вот такую. А, с этой магикой, кстати, тоже 50. Короче, здесь все по 50, да? О, давайте радужная. Все, я продал свою. А где моя теперь? В рюкзаке, наверное. Да, вот. Так, кто здесь? Кошка какая-то, орел бегает. Так, я сейчас захожу к своей кошке. Ой, кошки, да, кошки. Вот. А, вот, ребята, надо, наверное, было здесь. Это вот. А почему вот она не идет? Все, давайте я сначала попробую. А, вот, все. И мне надо на нее надеть. Все, ребята, я, наверное, буду идти. Да, ребята, у нас получилось. Аллилуйя, вывела в лошадь. Вот. У нас такая разноцветная. А, здесь лошади бегут. Так, пошли со мной. Мы сейчас это будем тренироваться. Вот. А, потом, видите, какой-то у меня сюрприз ждет. Пошли. Так, здесь надо перепрыгивать, но нам надо стадион. Вот, наверное, там стадион. Или он там. Короче, я сейчас на нее залезу. У меня уже получилось, ребята. Вот. Залезаю. И мы скачем. Почему так медленно? Ну и вообще, я не могу никак не повернуть, не прыгнуть. Она вообще какая-то уж странная. Странная. Так, давайте я слезу и заново опять одену ее. Все, убираем. Теперь на нее садимся и катаемся. Очень
прям. Вот невозможно, реально, кататься. О, вот как-то мы перепрыгнули. Как-то перепрыгнули. Короче, сейчас меня харе. Хватит. Так, берем уздечку. И идем с ней. Иди сюда. Как? Вот. Наверное, как-то так открывать. Короче, блин, где, как мне ее одеть? Вот, наконец, сейчас со мной. А, он до звездочки собирает. Непонятно. Ладно. Так, идем. Я сейчас хочу... Вау, смотри, там сколько лошадей. Сейчас я пойду туда. Познакомлюсь с моей лошадкой. Это упрямая у меня лошадь вообще. Вау, какие некрасивые. Мне вот это вот понравилось. Вот это. А, видите, надо покупать. Можно купить за рог. А, это монетки, ребята. У меня 1000. Слушайте, можно. А, это надо еще робокс. Ой, чё, ребята, я случайно зашла. Мне не надо робокс. Так, если я сейчас куплю. Я не купила. Так, бежим. А здесь очень много людей. Там что, там какой-то стадион? Да, там какой-то. Где моя лошадь? Капец, а куда пропала это вот? Если я сюда одевала. Вообще упрямая лошадь. Просто упрямая. Так, мы сейчас идем там, где мальчик мыл свою лошадь. Мы тоже свою сейчас помоем. Я вообще не понимаю, почему я лысый стал. Фу, это что, навоз? Да вот идем, здесь какой-то котенок бегает. Вот, на лошадях. Так, это не вот, ребята. Все. Сейчас буду мыть свою лошадь. Вау, смотрите, как все классно. Она почему-то ест пол. Вообще не понимаю. А как потом отключить? А, вот так. Короче, нажимать. Короче, я вообще не так все это делаю. Я теперь чищу копытце. Чистим, чистим, чистим. Так, это что за палка? Непонятно, что за палка. Так, берем вот это вот. Нам надо взять вот это вот. Блин, ну берись уже. Ребята, они издеваются? Вот, вот так вот чистим свою лошадку. О, ё-моё. А вон там котенок какой-то прибежал. Орел какой-то. Так, наверное, мы все уже время стекло. Так, чего мы свою лошадь? Ну, это мы уже, наверное, все сделали, ребята. Уже и помыли, и причесали, и копыта там почистили. Вот, садимся на эту лошадь. Я вообще не нажимаю сейчас, ребята, на кнопки, она идет. Ну, очень странно вообще. Ну сейчас слезу. Для чего нужна лейка? Чтобы лошадь пила воду. Для чего? Нужна. А, вот мне монетки идут. Так, вот сейчас мы лошадь есть. Так. Блин. Ладно, и куда? И что делать? А, вот, ребята, надо огороды поливать. А, ну да, что-то внутрь. Ой, я топчусь. Да, блин. Нормально. Как зайти? А, чуть, надо не в дом зайти. Ого, надо что-то идти. Идти. У меня здесь цифра 40 написано, непонятно. Это что такое?
Здрасте, и как я пройду по-вашему? А, вон мост. Капец, мы так будем идти, я не знаю, сколько. Какие-то там змеючки плавают, понятно, в воде. Ой, ребята, нам идти и идти. Далеким путем. Я пришла уже на... Вау, смотрите, там домики есть. И там еще какое-то море. Надо потом все посмотреть. Вот мы куда-то сейчас туда пойдем. Так, идем. Он что-то там мастер топором рубит. Так, хрясь. И вот мы почти... Ого, блин, опять идти. Ё-моё, вы определитесь, куда мне идти? Сколько можно? Хрясь. О, для чего сено? Смотрите, здесь. А, потом лошадь покормит. Всё понятно. Вот мы, наверное, на это место и пришли. Вообще. Что, мне вниз идти? А, мне поливать надо? Я вообще не понимаю, что делать. Ну и что, мне вниз идти? Как я вниз по-вашему пойду? Вы вообще соображаете? Как я в землю, блин, зарою? Или поливать? Ну я нажимаю, вообще поливать нет. Я не поливаю. Я что-то застыла на одном месте. Ой, короче, ребята, это не мое. Реально. Я еще лошадь свою потеряла. Так. Капец, стрелки до сих пор. Ну куда я, блин, туда пойду? Вы соображаете, люди? Так, я хочу пойти туда к лошадям. Я собрала денежки. Я думаю, мне хватит на эту лошадь. Надеюсь, что хватит. Мне придется зарубить. Вот еще милая лошадка. Вот милая, вот это вот очень милая. Сколько? Капец, а, 9. А, вот я в чем прикол. А, это сколько? Не 500 монеток. Капец, ребят. Это 38. Все, ребята, я подумала на... Так, это сколько? Это капец, сколько много. Это тоже. А вот а это вот та, которая у меня есть, она сколько стоит, интересно. 4000! Офигеть! Так, теперь мне надо подойти к моей лошадке. Телепортируемся к каналу. Вот это? Я хочу на тебя запрыгнуть. Короче, ребята, это какая-то непонятная игра. Мне опять туда же стрелки идти ведут. Я не знаю, что делать. А, это мой дом, ребята, серьезно? А давайте сюда нужно. А, здесь я могу поменять дом. А давайте зайдем, что у меня там будет. Мне очень интересно. Так. Ну, блин. Капец, ребята, здесь просто пусто. Мне дали кусок какого-то металла. Ой, не металла, а как-то кусок дома, чтобы я сама строила. Но это вообще не дом, а какая-то будка для собаки. Ну, серьезно. А, ладно, ребята, на этом мы с вами будем заканчивать. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно. Всех до новых встреч и всем пока!